Так, ребятки, настало время закупиться на следующие 20 лет, а именно столько лет от этой вкусной еды срок годности. Мы, короче, купили здесь Black Bean Burger. Это вот не сам бургер, понятное дело, а это микс. Туда воды наливаете, и у вас получается для вегетарианцев бургеры, котлетки можете сделать. Тут, короче, стю овощной, это все вегетарианское, ну, кроме масла. Это, да, butter powder, это масло, порошок масла. А ну вот, chicken rice, это как бы плов по-американски с рис с курочкой. Ну, это хлеб выпекать, вот, bread scone roll. Это, о, моцарелла сухая, добавляете воды, и у вас моцарелла. Помидорки сухие. Вот, это вот все, срок годности 25 лет. Ребят, смотрите, если не верите, вот. Shelf life up to 25 years. И это для выживальщиков все семена, которые можно выращивать. Здесь, видите, морковка и цветная капуста, сельдерей, кукуруза, баклажаны. Все-все-все. Вот это вот очень важно иметь. Тоже всегда, на всякий случай, если что-то произойдет, ядерная война или спецоперация, то вот это вот можно потом выращивать самим для себя. Ну а это незаменимая хуйня. Мы на это обзор тоже будем снимать. Скоро сегодня еще больше даже придет.